Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй, и мы продолжаем играть Драконы в Всадники Олуха. Ну что же, я говорил, что я хочу, ребят, сегодня попробовать допройти эти два события. Не знаю, сколько у нас там энергии накопилось, давай посмотрим. Так, злобные вандалы, это первое. Так, сколько у нас, ребят, две энергии, да, две энергии, раз, два, три, четыре, подожди. Раз, два, три, четыре. Ну, фиг ли делаешь? Ну, давай, пойдем, блин. Придется покупать 4 энергии, ребята. Может быть, конечно, выгоднее было бы 5 взять. Может быть, было бы выгоднее. Так, ну что, начнем. Блин, бесявые, конечно, вот эти вот драконы. Очень бесявые, ребятушки. Они огненные, блин, они очень будут. Ох. Ну, одним меньше стало. Так, давай, наверное. Это все равно, ребята, у нас будет идти стражем. Мы его заколебаемся бомбить. Волна тут, слава богу, одна. Ты посмотри, они все на одного, ребята. Весь свой гнев они скидывают на одного. Вот здесь, знаешь бы, кстати, что не помешало, ребята? Дракон с возможностью, знаешь какой? Делать тишину, ну, сайленс. То есть молчанку навешивает и все. И было бы прикольно. Но здесь у нас вот такой, ребят, не прокатывает, к сожалению. Добиваем. Все. Так, ну что, крутанем рулетку. Заберем с тобой плод мудрости. Так, хорошо. Ну что, друзья мои, забираем с вами блестящий янтарь. И тут у нас уже начинается, ребята, мини-босс. Потом опять мини-босс. Ну, после проходящего, конечно же, поединка. И главный из босяцких. Так, здесь два дыма дышащих. Волны, слава богу, пока две. А, блин, они ходят первыми. Поехали, начнем с этого хламона. В принципе, минус один. Это я тебе уже сразу говорю, сейчас будет понижать, ребята. Понижать будет. С пониженной атакой, конечно, смешной очень урон получаться будет. И у него опять 3 энергии, он сейчас опять кому-то понизит атаку. А, вон что он делает. Но это не помогло. Ох, ё-моё. Так. Ё-просте. Слушай, а что мне... Фига вы тут шпарите, ребята. Может, как-нибудь потише? Залютовали, блин, офигеть можно как. Так, мне бы Драгура бы убрать. С пониженной атакой. Ладно, фиг с ним. А, давай так вот добьем. Он почему-то Барсика не взлюбил. Я вот этого, ребят, наверное, начну потихоньку колбасить. Так, хиляемся. У него еще такой хвост, ребята, очень-очень интересный. Ты видел, да? Как будто как клешня, что-то типа того у него там. Так, еще раз хиляемся. Фул хп почти. Ну все, ребята, ему не жить. Вон, видишь, как бы, как клешня такая. Заберем с тобой награду. А это будет 150 миллионов древесины. Так, хорош. А теперь смотрим, ребята. Раз, два, три. Три энергии нам надо купить. Окей. 65, 65 и 65. Это 130. Да, лучше так взять. Поехали. Все, ребята, ради зимнего пака. Я не знаю, что там будет. Надеюсь, мы не зря с тобой тратим эти чертовы руны. Так, две волны. Начну, пожалуй-ка, я вот с этого водореза. Как по мне, он все-таки больше может нам принести вреда, чем шторморез. Опа, он промахнулся. Он промах... Акелла промахнулся, друзья мои. Ну что, Барсик, ты сможешь его добить? По пониженной броне, по идее, должен. Красавчик.
Так, здесь, блин, два зимних. Плюс тройной удар. Два зимних. Не зимних, а два морозных. Зимних уже тут начинают что-то придумывать на ходу. Пониженная броня. Так, ну что, тройного удара мы сносим, получается так. И здесь еще хильнемся. Вообще шикарно идем. Вообще шикарно идем, друзья мои. Так, давай сюда клюнем. Плюс добивка. И здесь вот так вот сделаем. В общем, в любом случае, ребята, здесь победа за нами. Он один тут ничего нам не сделает. Давай что-нибудь хорошее мне. Древесину опять. Опять он у меня, ребят. Фул. Бревна. И забираем с собой. Содержит элитный харенский пак. Крылатый ужас, громобой, ужасное чудовище, шепот смерти, шторморез, алая плеть, парящий прихвостень, ищейка. Слушай, неплохо так надавали. Давай, проплачиваем. Вперед. Так, ребят, еще один мини-босс. И готовимся, как говорится, к боссу. После мне очень хочется посмотреть на пак зимний. Ох ты. Ну, тут, конечно, волна крутая, ребята. Блин, я даже не знаю. Как ты меня раздражаешь, а, живастик. А не часто ли вы тут, ребята? Блин, мне, наверное, придется так, ребята, делать. Просто ради того, чтобы он хотя бы его не замочил. Но он сейчас может... Это мы еще легкой кровью отделались, если честно. Это легкой кровью, ребята, мы отделались. Хиляемся. Я думал, что он сейчас звезданет, будь здоров. Блин, это только первая волна, кстати. Красавец, добил, молодец. Так, ребята, у него сейчас будет ультра. Ультра-атака, короче. Массовая. А, нет, не будет, не будет, у него энергии не хватает. Фух, повезло. Давай посмотрим, что у нас на последней волне. Так, я вижу два костолома, но они красные. Красные костоломы, это тоже не очень хорошо. Одного мы вырубим. А этот будет с разбега делать. А, он потратил энергию. Ладно. Промахнулся, шикарно. Барсик, добей его. Умничка. Так, здесь, блин, я, наверное, выдержу еще, да? Я думаю, что выдержу еще, если что, удар. Правда, у него... Ой-ой-ой, это сейчас добьет. Ну, последняя волна, в принципе, ребят, в принципе, ничего страшного. На последней волне это нормально. Вот если бы мы на первой волне потеряли бы с тобой Барсика, тогда бы, да, я бы немножко всплакнул бы. Но в нашем случае это не самый худший вариант. Этому нужно 3 энергии, ребят, для оглушения. Так что я думаю, мы сейчас его... Ну, чуть-чуть не наказали. Ладно, сейчас, если он даже оглушит кого-то, все равно добьет у меня второй дракончик. А, он хильнуться решил. Это было глупо, кстати, его стороны. Пока. Ну-ка, посмотрим, что тут. Рыбу, да неужели? А то я думал, нам так и будут бревна эти всовывать. Друзья, последний бой. Последний бой, это уже не мини-босс, это уже босс, сам Босяцкий. Давай-ка глянем. Так, сколько волн? Две? Две волны, ребята, два престиголовых. Этот громобой, ребята, точнее не громобой, как его? Я уже все позабывал. Да громобой, да? Он нам не страшен. Надеюсь. Пока. А чего они ходят-то по 33 раза, блин? Хорошо, что он промахнулся. Блин, они сейчас втроем сходят. По-моему, хана. Только не пламя, только не пламя. Пламя, ребята. Вот уж шлепок, что сделал, а?
Блин, ребята, он взял и уничтожил мне Кривоклыка. Это, блин, перед боссом. Ну что, будем пытаться как-то там пробиться, ребят. Я не знаю, как это будет у нас выглядеть все. И кто тут босс-то? 2-3 пристиголовых. И они-то все с пламенем как раз, да? Так, минус один. Придется лечить. Блин, я не знаю. Давай так тогда сделаем. Да ты заколебал, а? Пониженная броня, ребята, вот чё. Теперь сюда понижает броню. Ну, этого мы с тобой ушлепаем. Этого мы с тобой ушлепаем. Здесь захиляемся. Погнали. Видишь, жалко, что слепоты у нас нету. Она бы здесь была очень бы кстати, ребят. Очень бы, кстати, была бы эта слепота. Но нету у нас ее. Колоссальные затраты, да, в плане вот, ребята. А ведь я говорил, что не зря они нам дают столько много. Так, еще один заход и ему кранты, ребят. До свидания, дяденька. Сейчас мы тебя раз-два. И гудбай. Шикарно. Даже без кривоклыка. Вот она, наша последняя рулетка. Здесь мы получаем с тобой рыбу. И пак, который называется зимний. Так, на почту, да? Ну-ка, забрать. Итак. Оу, ребята, 120 рун. Почти половину я отбил. Так, кувшин. 60 железа и опилкопряд. У меня такого не было, по-моему, ребята. Спасение дракона. Спасите нового дракона. Друзья мои, это новинка. Опилкопряд. Эксклюзив, друзья мои. Эксклюзив — это очень хорошие драконы, когда эксклюзивы. Опилкопряд. Звучит солидно. Мне нравится. Так, кипятильник, пора бы тебе, наверное... Нет. Давай-ка ты рыбу пособираешь. А я опилкопряда. Он такой сразу большой стал. Солидный. Так, ну не забывай, что у нас еще, ребята, одно событие. Блин, а я этого-то забыл отправить, по-моему, да? Сидит там притулившийся. Так-с. Надеяться на лучшее. В плане, ты уже все, что ли? Быстро ты. Так, что у нас еще кто-нибудь тут? Ага. Видишь, какие шустренькие. Так, полетел. И ты тоже полетел. Всех их, друзья мои, за железом. Нет, это мне не надо. Опа, по красоте.
Да что ты, блин, ну Рэй, ну куда ты? Я хотел на дракона, ребят, на самом деле, кликнуть. Че он? Все, рыбные места забиты, да, все. Зато эти уже выполнили у нас задание. Так, крутим рулетку. Да ладно, яйцо. Два тусклых янтаря, и мне выпало яйцо. Лезвие крыл. Нет, Вангар, Вангар, парень. Ты нам здесь не нужен, лезвие крыл этот. Сезонный абонемент. Опа, событие. 200. Так. Ага, цветочек Фреи. Ну и, конечно же, ребята, прилив сил. Красиво. Так, а этот у нас... А этот у нас еще рыбачит, ребят. Так, ну что, давай тогда посмотрим, что этот нам даст. А вот тут, наверное, тусклый янтарь, ребят, скорее всего, дадут, да. Так, приключения за 200. Я не представляю, ребята, что там за... Не, можно, конечно, глянуть. Что там за награда, ребят, за 200? Ну, такие награды неплохие, ребят. Если сравнивать... Да. Ладно, пока я не могу, ребята, позволить тратить себе, ну, столько прям аж много. Найди мать бесплатно. Так, я не могу тебя обучить. Точно я тебя не могу обучить? А может быть, ты обманываешь меня? Может быть, все-таки я могу обучить тебе? Ну, просто для этого мне нужно будет прикупить. А прикупить мне придется, знаешь что? Древесину, как ни странно, ребята. Так. Древесный пак, пожалуйста, мне. Так, 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 так. Окей. И теперь обучай. У нас забито место, ребята. В академии. Ну что ты будешь делать? Ну-ка, что тут за 350? Ого. Слушай, может, блин, может, разочек отправим, ребят. Но не факт, что яйцо же выпадет, согласись. Из этого всего у нас только одна награда. Нет, ребят, давай тогда отправим его просто в самое легкое обычное приключение. А где у нас эти? Найди мне любовное письмо. Так, это не идет, это не читается. А где еще-то? Найди, пожалуйста, мне любовное письмо, я говорю. Странно. Так, в общем, друзья мои, я пошел на следующее задание. Ага. Такс. Две энергии, как раз, ребят. Ну, тут скользкопев. Всеми нам известный, часто выпадаемый скользкопев. Так, ну что же, две волны. Погнали. Так, я думаю, что этот, наверное, будет у нас первый снесен. А-а-а, понизил броню, ребят, нифига. Не получится. Так бы я его ушатал, но он понизил броню мне. Ой, броню, атаку. Броню. Смотри, что вытворяет.
Он вешает на всех понижение атаки. Естественно, и хил будет меньше, ребята. Естественно. Че у них так с инициативой-то все офигенно? Ходит, блин, один за другим. Сразу же причем. Готов, хмырь болотный. Ну что, давай. Ребят, только первая волна еще, не забывай об этом. Блин, не прекрасно, нифига, я его еще не завалил, оказывается. Креветы. Больно. Да отвали ты, блин. Придется еще тратить. Это мы еще не на боссе, ребята, а уже. Вот, уклонение. Сейчас-то фиг ли мне, от него толку никакого нету. От этого массового хила. Теперь хильнемся. И укус. Ну и на следующем заходе уже все, ребята, его распетрушим как следует. Goodbye. Ну-ка, что-то нам тут. Древесинку. Ну окей, ребят, пойдемте на босса и заберем яйцо Скользкопева. Жалко, что там, конечно, яйцо и нету пака. По мне бы, ребята, лучше пак, если честно. Так, две волны, тут мини-босс у нас. Ну, кстати, это ватник. Вот это ватный мини-босс. Поэтому мы начинаем, естественно, вот с этого парня. Ну, вот это вот не очень хороший парнишка. Так, сейчас они вдвоем, да? Благо, тут энергии нет, он не сможет сделать свою массовую атаку. Точнее, не массовую, а ультимативную, так скажем, атаку. Вот чем он занимается, ребята. Понижением атаки. Промахнулся. Мне бы, конечно... Ладно, фиг с ним, давай так сделаем. Придется, друзья мои, потратить. Придется. Иначе, возможно, он бы Кривоклыка уничтожил бы. Вероятнее всего. А кто там? Два Кривета Дагура. И сразу на Кривоклыка прыгают. Сразу же, ребята, все, блин. По-моему, ему... Сейчас посмотрим. Нет, слава богу, пощадили. Не стали, так сказать, его уничтожать. Хотя еще не вечер, ребят, еще не вечер. Угу. Вот об этом я и говорю. Сейчас каждый по укусику сделает и все. И к праотцам, ребята, отправится мой Кривоклык. Тырки несчастные. Тогда мы в отместку им. Вот так вот. Ну что ты там? Что он сделал? Ох. Он усилил атаку, он усилил защиту. Ну, защиту мы ему сейчас понизим. То есть уберем мы дополнительный бонус на защиту. Фига ты, парень. Вот так вот. Но мы ему не дебаф сделали. Мы просто... Блин, фига ты. Че, серьезно, что ли? Вот так вот долго и нудно. Блин, если он, ребят, сюда бомбанет, он может его уничтожить. Это смешная какая-то атака. Я серьезно тебе говорю, ребят. Надо понижать ему броню тогда, получается. Ну-ка. Ну, уже чувствуется, ребята, урон. Есть. Сейчас посмотрим, что нам здесь выпадет. А выпадает нам рыба. Прекрасно. Рыба выпала. И забираем с тобой награду. Яйцо Скользкопева. Они потом нам пригодятся, ребят. Они нам потом пригодятся для того, чтобы обменивать их. Так, в ангар, да.
Так, что там 30 секунд? Что там? А, с тренировки прилетит. Ну что же, друзья мои, походу у нас... Так. Походу у нас на сегодня... Наверное, все. Так, что у нас тут? О, нифига себе, за 50 миллионов древесины, конечно, беру. Флаг, ребята, забрали, нормально? Завершить. Кипящая невеста, нифига себе. Кривоклык с цветочной короной. Вот что мне нужно. Вот он, ребята, флаг этот. Ну, не флаг, тряпка, я не знаю, что такое. За 50 миллионов древесины ухватил. Это редкость такая бывает. Считай, за бесценок, ребята, урвал. Чего тут? Не, вообще-то я не это хотел. А, тут еще дофига. Подожди, ты что-то и то, и это сфигали, и то, и это. Раньше позволяли один забрать все-таки свиток, насколько я помню. Сейчас вообще не позволяет ни тот, ни этот. Замечательно. Это несправедливо. Ну что, дорогие друзья, на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.